Голливудский боевик с погонями на улицах Иваново. Во вторник днем инспекторы ДПС преследовали вот эту черную «Ладу», водитель которой не остановился по требованию полицейских. Позже выяснилось, за рулем двое 17-летних парней. Машину взяли покататься в автосервисе, где подрабатывали. Патрулей ДПС испугались и таким образом решили избежать наказания. Теперь беглецам придется ответить за езду без прав и госномеров, за неповиновение сотрудникам полиции и за оставление места происшествия. Выясняется также, были ли несовершеннолетние трезвы. Хозяин, по сути, угнанного авто не стал обращаться в полицию, так что их действия квалифицируются только по административному кодексу, а не по уголовному. Повезло угонщикам и в том, что лишь чудом они не стали виновниками крупных ДТП. Понял, настоящая.